Все мы любим свои дома, квартиры, квартирки и комнатки. Все мы пытаемся навести там уют и порядок. Бытует мнение, что дом – это там, где ты. Немногие согласны с этой теорией, большинство связано со своими городами и квартирами. Например, вот есть у меня друг, в свой отпуск он приехал ко мне в гости в Питер. Я там был по работе, и он должен был приехать на неделю. Но через 2 дня купил билет назад. И сказал, что он все-таки очень домовитый человек, и ему надо домой. Я не поверил, но он правда уехал. Так что такие люди существуют. Вот я бы очень не хотел, чтобы меня так же трясло где-то в поездке от того, что меня тянет домой. Пожить в прицепе, где есть кухня, газ, вода, постель, звездное небо над головой. Я мечтал уже не первый год, и, конечно, я мечтал приложить руку к созданию такого дорожного дома. С годами я начал чувствовать, что дом – это там, где я. Конечно, у меня есть места, куда меня тянет. Это мой дом, который я постепенно строю, мой гараж, который я уже почти доделал. Но есть же целый мир. В общем, я готов изучать его на колесах. Мир удивителен и огромен. Где бы я ни оказался, я хочу ощущать себя счастливым, как и дома. Смена обстановки полезна всем, поверьте. Это вдохновляет. Это дает почву для фантазии и настоящий опыт приключений. И еще. Ведь вы замечали, что дорога домой всегда быстрее и легче. Так вот, а если дом будет всегда, где ты, то дорога всегда будет наполнена светом и предвкушением прекрасного.